Ну что, возвращаемся. Заканчивается у нас сатанизм, который был в музыкальном плане посоветован кем-то из чата. Респектосики отлетают тому парню, который такое дерьмо слушает. Возвращаемся к матчу между Moscow Five и командой Empire. Это второй матч в рамках Join Dota MLG Pro League Season 1. It's English, motherfucker, and I speak it. А в бане у нас Акс со стороны Moscow Five, в бане Висп. Также в баню у нас ушел Storm Spirit и уходит туда же Bristol Back от Moscow Five. Со стороны Empire. В бане у нас Troll Warlord, Vengeful Spirit и Tusk. Команда Empire, видимо, смотрела матч против Virtus.pro, который на уровне провели Moscow Five вчера, где Tusk неплохо так заходил в пик M5. Еще осталось озвучить, кого осталось озвучить у нас из пикнутых персонажей. Бэтрайдер у нас со стороны Empire, Earthshaker и Shadow Fiend для Империи. И со стороны M5 у нас Juggernaut и Clockwork отъезжает для команды M5. Для всех, кто подключился у нас на второй матч, напомню, что формат этой встречи Best of 2, это больше не формат конкретно встречи этих двух команд, а просто формат для экономии времени самого турнира. Команды зарабатывают по одному очку за победу и, разумеется, ничего не зарабатывают в случае поражения. Ну, чтобы не встречаться по два раза, встречаются один раз две встречи. Собственно, Moscow Five уже в любом случае вынесли один поинт за это противостояние против Empire, и за следующий поинт будут сейчас бороться против Team Empire. И Team Empire постарается, я так понимаю, тоже вынести. Ну, какие-то ошибки свои, я думаю, они заметили, поняли, что дело не в фарме, дело в пуше. Берешь для пуша ликантропа, будь добр, пуш. А не стой, смотри, как сносят тебе три стороны. Ну и, конечно, там сыграла свою роль ошибка резолюшена, который на все деньги купил рефрешер орб на кого? На ликантропа купил рефрешер орб. Ладно бы это был какой-то, допустим, это была бы рапира на медузу, которая могла бы поменять ход встречи. Но это был рефрешер орб, и он был не очень кстати. И тем более такое приобретение лишило его возможности сделать байбек, и снесли три стороны, две оставшиеся стороны игроки команды M5. По-прежнему у нас проходит стадия бана пиков. В бан у нас уходит аппарат. И уходит у нас спектра, как глобал стратеги. Ну, аппарат у нас ушел в прошлом матче. На аппарате у нас отыгрывали сами Empire. В этот раз решили не играть против него. Аппарат уходит в баню. И спектра, которая, по-видимому, вписывалась в стратегию Империи, ушла в баню Moscow Five. Ну что, Shadow Fiend у нас, скорее всего, мид, Skyros, Mago, Shaker у нас, понятное дело, саппорты, Бэтрайдер у нас соло, хардлейн, и остается, в принципе, выбрать керри героя. И кто это будет, посмотрим, кто на мейн-керри будет у нас. Неплохо было бы увидеть какого-то Вайда или какого-то антимага, это было бы интересно наблюдать. Хотя можно бы кого-то, конечно, и потолще, потому что снайпер сдалека будет расстреливать, и Джаггернаута ульту надо будет как-нибудь переживать. Да и Клок, если врывается в какого-то сладкого и не очень жирного героя, тоже может, в принципе, через Battery Assault разобрать моментально. Да здесь и Леон, надо в любом случае кого-то потолще. Глянем, кто это будет для Team Empire. Но опять же говорю, если это будет антимаг или Войд, я не расстроюсь. Наблюдать за такими героями всегда интересно. Этот стиль, который в детстве мы называли «Красный Скорпион», это по типу фильмов с Жан-Клодом Ван Даммом. Парень, который всю игру терпит-терпит, весь фильм терпит-терпит, а потом ему бросают в глаза пыль, и он вспоминает, как его учил учитель, набирает кучу артефактов и разносит всех вообще в пух и прах. Ну что, это Фантом Ассасин. Глянем, что у нас там по Аркане, имеется ли Аркана, и был ли смысл вообще брать Фантом Ассасин. И последний герой для команды M5. В принципе, есть уже мид, есть уже фарм Джаггернаут, остается Клок, тоже имеется на хардлейн, остается, я так понимаю, еще один лайн-саппорт. Лайн-саппорт или какой-то роум-персонаж, который с Леоном сможет ходить и выносить на линиях игроков команды Empire. Посмотрим, что это будет за саппорт. Неплохо было бы какого-то хиллера. Типа, ну, Дазл у нас уже отправился в баню. Вич-доктор, возможно, это будет.
в общем-то, неплохо. А неплохо было бы, кстати, и Энигму здесь, допустим, получить. Леон с Масультом, Джаггернаут, да и снайпер, который под шрапнелью нормально наваливает. Я за Энигму. Кто за что, я за Энигму. И, в принципе, и линию, и Джаггеру можно было бы освободить. Энигма смело в лесу пофармил бы. Ну, глянем. Глянем, кто будет пикнут. Пятьдесят секунд остается для Moscow Five. Пока еще нет пятого персонажа. И ждем, 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 ждем. Empire уже в полном составе. Empire готовы. Phantom Assassin вместе с Шейкером и Скаря с Магом. Я так понимаю, главные претенденты на фарм легкая или фарм сложная. Тут уже без разницы. С такими саппортами можно... Ну, могут, в принципе, пойти и в сложную. Попытаться загнобить триплу. Бэтрайдер... У нас главный претендент на соло лейн, оффлейнер. И Shadow Fiend, конечно же, мид. Конечно же, если выдумывать не будут. Найтсталкер. Найтсталкер пятым персонажем. Неплохо заехал Найтсталкер от скрина в прошлом. В прошлой игре ничего феноменального, конечно, он не делал, но по своему... Вообще, по своему нахождению на карте, да и вообще количеству дамаги, которое внес, в общем-то, примерно в твердой серединке был среди персонажей. Ну что, переходим мы к... матчу непосредственно. Подходим к карте и смотрим, кто на ком у нас играет. Со стороны команды Empire Йоку у нас отыгрывает на Shadow Fiend. Это будет, я так понимаю, мид Shadow Fiend. Resolution играет у нас на Бэтрайдере. Хотя, в принципе, может, это Бэтрайдер, который пойдет на мидлейн от Resolution. Не знаю, пока не могу сказать. Не буду так уверен. Always Wanna Fly у нас играет на Scarius Magi. Aloha Dance у нас отыгрывает на Шейкере. И все-таки у Сайлента, конечно, у Сайлента есть Аркана. Чего бы, спрашивается, пикать бы еще эту Фантом Ассасин, если у тебя нет Арканы. Так, со стороны Moscow 5 скрин, как уже стало привычным для меня на Найтсталкере. ZXC у нас играет на Джаггернауте. Бигнум играет на Леоне. Сландер играет на Клокверке. Айвай играет на Снайпере. Это мид-снайпер. И что? Команды отсыпались, да? Ну, повторение прошлой карты. Сейчас, в принципе, если повторять прошлую карту, сейчас должны игроки зайти, пикнуть не тех героев и еще раз перезайти. Ну что, выходим из этой катки, ждем, когда команды заново соберутся. Не переключаемся.
тобой повздорили. Почему? Почему? Опять целый вечер спорили. О чем? Не пойму. Нам дружба потерянной кажется, и другой не начать. И первым никто не отважится подойти и сказать: давай никогда не ссориться, никогда, никогда. Пускай сердце сердцу откроется навсегда, навсегда. Пусть в счастье сегодня не верится, не беда, не беда. Давай еще раз помиримся навсегда, навсегда. С утра ты сегодня хмуришься, до сих пор, до сих пор. Молчишь, не глядишь и куришь все, тянешь свой беломор. А мне до тебя только шаг всего, только шаг небольшой. Но как научи прошагать его, чтоб сказать: мой родной, давай никогда не ссориться, никогда, никогда. Пускай сердце сердцу откроется навсегда, навсегда. Пусть в счастье сегодня не верится, не беда, не беда. Давай еще раз помиримся навсегда, навсегда. Случается в жизни всякое, знаю я, знаешь ты. Пути не бывает гладкого, не всегда ждут цветы. Смотри, даже солнышко хмурится, поглядев на тебя. Поверь, завтра все забудется, и ты скажешь, любя: давай никогда не ссориться, никогда, никогда. Пускай сердце сердцу откроется навсегда, навсегда. Пусть счастье сегодня не верится, не беда, не беда. Давай еще раз помиримся навсегда, навсегда. Ребята, немножко хорошей музыки на нашем стриме. Это все для всех, кто любит мои стримы, для тех, кто флеймит, и для тех, кто остается с нами, даже когда такие команды, как Empire и Moscow Five, отваливаются от игры. Слушаем. Анжелика Варум. Я буду всегда с тобой.
Добрый вечер всем, кто остался еще у нас досматривать Moscow Five против Team Empire. Это ответная игра, ну, в принципе, тут отвечать не на что. За каждую победу дается один балл, поэтому это еще одна игра между Moscow Five и Team Empire. Пики у нас прошли, но команды потом отвалились и долгое время заставляли нас слушать роскошную музыку на Твиче. Спасибо всем, кто остался. Вы самые сильные, вы самые серьезные. С вами будем дальше делать дело. Moscow Five уже пикнули. НС-оку пикнули Леона. Так, НС, Леон, Клокверк, Снайпер и Джаггернаут в пике со стороны команды. Empire, SF у нас в пике. Скайрос, Мэдж, Бэтрайдер, Эсшейкер и Фантом Ассасин, на котором, я так понимаю, будет отыгрывать Silent, да? Да, Silent у нас играет на Phantom Assassin, на Shaker играет Aloha Dance, Resolution на Бэтрайдере, Always Wanna Fly на Skyros Magie и Yoku играет у нас на SF. Ну что, готовится у нас встреча, как я понимаю, на... Так, свободная же камера, свободная. У нас все свободное на стриме. Так, ну что, у нас, скорее всего, может быть встреча в лесу команды Empire. Посмотрим, насколько сильно загуляет у нас Silent на фантомке. Ну, в принципе, он в опасной близости. Не знаю, видели ли друг друга игроки обеих команд. Вряд ли видели. Если бы Silent видел 5 человек, бежал бы дальше, чем видел. Но стоит пока что, остается здесь. Да, в принципе, цеплять есть чем. Есть Леон здесь, есть НС, который может на всякий случай замедлить. Ну что, Always Wanna Fly, скорее всего, долетался. Смотрим, увидит ли его скрин. Скрин его видит ли или не видит? Нет, не видит. Не видит, увидели. Все, Always Wanna Fly, цепляют его. Пошел Void. Также туда же Blade Fury от Джаггернаута. И, скорее всего, ZXC заберет первый фраг, я так понимаю, да. ZXC у нас забирает первый фраг, и First Blood отходит команде Moscow Five. Ну что, продолжение концерта. Прошлый матч Moscow Five очень уверенно чувствовали себя на ранних этапах, потом немного подсдали. Чуть-чуть просели по голде, по XP, но это не помешало им все-таки дожать команду Empire и снести все товары к чертовой матери. Мы уже немного времени назад обсуждали причины. Для тех, кто пропустил первый матч, напомню, что там небольшой был фейл от Resolution. Ну, по истечении обстоятельств можно уже сказать, что это был фейл. Resolution купил на все деньги Refresher Orb на Ликантропа, которому Refresher Orb сам даже доктор бы ни один не назначил, но вот купил на все деньги этот артефакт, и на байбек было просто нечего было. Короче говоря, не было денег на байбек, уже плавит, и язык заплетается к вечеру этого дня. Короче говоря, Resolution оффлеймим, если вдруг не любим. Вот, посмотрим, как он, получится ли у него на этой катке хоть как-то восстановить баланс собственной кармы. В прошлой катке он свою команду немного, да все-таки подвел на последних минутах матча. Оттого они и стали последними. Фантом Ассасин у нас, фармящий от Сайлента внизу. Always Wanna Fly на петухе у нас отыгрывает. Aloha Dance на шейкере тоже здесь саппортит. И здесь трипла со стороны команды M5. ZXC у нас фармящий Джаггернаут. Бигнум ему тут на подсейве служит. Скрин у нас тоже, в принципе, саппорт Найтсталкер. Мы уже видели в прошлой катке эту историю. Скрин очень неплохо нафармил и классно чувствовал себя на ранних левелах. Фиссурой проверил, где кто находится у нас. Aloha Dance. Ну, а чем она регенится, нафиг вообще стоять смотреть. Бигнуму чуть-чуть снял хп. Так, а здесь у нас Resolution в соло против Сландера. Сландера отправили в легкую фармить на Клокверке. То есть он оффлейнер, конечно, но оффлейнер в легкой. Бэтрайдер на Резолюшене тоже в соло стоит против Сландера. На миде кто у нас? На миде у нас SF, на котором отыгрывает Йоку и Айван на снайпере против SF. Глянем, что будет твориться здесь. В принципе, интересно. За SF всегда приятно наблюдать. Это либо неимоверный рак, либо невероятный божила. Ну, опять же, это все история моих пап-игр. Черт бы их драл. Вот, ну, понятно, что от Йоку раковства никто не ждет, да и не будет. Вот. Давайте глянем, что у нас по крипстату. В принципе, 2.5 минуты прошло. Пора уже и призадуматься, кто на что у нас вообще рассчитывать может. 11-6. Топ крипстат на карте у снайпера Айва. И в прошлой карте неплохо фармил, да и против Virtus.pro Айва показал себя на 100%. А второе место у нас за Сайлентом, который отыгрывает на Phantom Assassin's. И с 7-5
Йоку на третьей позиции. Ну, кстати, здесь ZXC тоже уверенно себя чувствует, врывается в тройку лидеров и кое-как разбавляет всю эту кислую движуху. Тем временем давайте пробежимся еще и по артефактам. Что у кого появляется и кто на что собирается выходить на ранних левелах. Есть сапог у нас у скрина. Так, подцепили у нас Сайлента, потом узнаем, кто на что собирается. Сайлент, скорее всего, здесь погибает. Так, замедление еще и у нас от скрина. Еще один удар, и Сайлент отъедет. Застреет в крипах Сайлент, но точно так же в крипах застреет здесь и ZXC. Ловит еще и дагер в спину, и надо юзать хилингвард. Да, ZXC не хуже меня это знает. Юзает хилингвард, и драка закончилась ничем, ну, кроме невероятно серьезного испуга от Сайлента. На лоу хп у нас уходит Сайлент. Хилится под свой фонтан. На... ZXC никуда уходить не надо, у него фонтан всегда с собой. 0-1 счет по-прежнему. Always Wanna Fly — это единственный подарок для команды М5, который отдался им в начале игры, еще до выхода крипов в собственном лесу. Так, скрин у нас встречается с Алоха Дэнсом. Маны у скрина нет ни на что вообще. Разве что на пассивку. Ха-ха. Шутки за 200. Скрин продолжает, тем не менее, по горбу гнать Алоху Дэнс. У Алохи Дэнс всего 2 по дефу, а у скрина 65 с руки, и нормально он так наваливает бедной корове по бревну. Алоха Дэнс уходит у нас на мид и, ну, я так понимаю, просто уходит, чтобы больше его не гнал и не гнобил Найтсталкер. Найтсталкер забирает у нас баунти руну, а SF, по-моему, забрал что-то классное. SF забрал у нас ДД, и вот по крипам SF должен в скором времени быть немного повыше, чем Айва на снайпере. У Айвы, в принципе, для фарма побольше артефактов, чем у SF. У SF есть Rise Band, но здесь еще есть Blades of Attack. А что у нас по вете? Ну, по веточкам одинаково, поэтому... Так особенно ставить и не на кого. Если бы была одна веточка у Айвы, я бы подумал, конечно. Или у Shadow Fiend, если была бы одна Фиенда. Все надо мной смеются. Shadow Fiend, конечно. А, так, Йок у нас очень сильно по голове получает. Скрин проюзал Войд, и Айва просто за фиссурой расстреливает SF. А SF закрыл собственный шейкер. За что, собственно, скорее всего, шейкеры поплатятся. 3-0 по итогу этот файт заканчивается. 4-0 общий счет. Суперфиссура от кто у нас на шейкере отыгрывает, дайте вспомнить. На шейкере у нас Алоха Дэнс отыгрывает, это, конечно, фейл от Алоха Дэнс, 100% закрыл он своего SF, сам умер. 4 в 0, давайте глянем статистику, 3000 голда и 2000 по XP. Moscow 5 пока что лидирует, и причем уверенно лидирует, 4-0, это вам не шуточки. Так, Silent, что имеет по... крипстату. У Сайлента 17-1, у Сайлента, скорее всего, в курице что-то есть. Нет, ничего у Сайлента в курице нет, просто 670, точнее 720 в руках имеется по золоту. Сайлент пока что ничего не покупает, готовится на него выход. Я вижу здесь скрин уже под смоком. Так, затормозили у нас Сайлента, Сайлент блинкуется на крипа, но этого будет недостаточно. Надо цеплять его, ZXC раскручивается. Здесь всего, скорее всего, Сайлент отъезжает. Да, Сайлент умирает. Always Wanna Fly прилетел. Бигнум очень сильно наполучал, скрин очень сильно наполучал. Шейкер требуется, фиссура, дай фиссуру в скрина. Шейкер дает фиссуру, забирает скрина. ZXC на лу хп, скорее всего, отсюда тоже не уходит. Тавр убивает у нас ZXC. Погибает также Джаггернаут, также погибает НС. И сразу три игрока команды Empire тоже отваливается. Один, правда, отваливается на миде, а два отваливается на лайне. Глянем. Меньше говори, больше смотри файт рекапы. Короче говоря, 2 в 2 здесь дрались, и один погиб на миде. Айва продолжает доминировать над СФом. 2-0 у него уже КДА, а у Shadow Финда 0-2-0 и 22-9 по крипам. В то время как 28-15 у снайпера. Что у нас на топе? На топе у нас скрин пришел. Непонятно почему на топ лейн. Куда у нас делся Клокверк? Клокверк ушел на свою линию. У Клока 2-0. А что же у нас тогда у Бэтрайдера, если у Клока на сложной 2-0? У Бэтрайдера 0-1-0. Резолюшн пока что не лучшим образом чувствует себя на лайне, хотя и на Транквилы насобирал, но до даггера пока еще далековато, еще 1700 надо голды заработать. Клок уходит у нас в лес, и, я так понимаю, собирается выход на резолюшн. Ну, резолюшн на Firefly, если что, имеется. Ну, тут можно отсюда попытаться, возможно, и не уйти. Так, Сландер юзает ли хукшот? Нет, хукшот еще... А, хукшот был проюзан, и проюзан он был в никуда, я так понимаю. Этот хукшот, у меня не отображается половина скиллов. Но судя по тому, что Бэтрайдер летает спокойненько, хукшот не был проюзан. Так, голуби полетели в спину Сландеру. Сландер замедляется здесь, вовремя проюзал... проюзал вот эту вот штуку Power Cox и... пытается отсюда уйти. Но есть на нем куча стаков, 5 стаков. Этого было достаточно, чтобы убить...
чтобы убить Сландера, но тем не менее был скрин на подсейве. А снайпер по-прежнему гнобит СФ в миде. 0-3-0 у нас идет СФ. 2-8 общий счет. М5 поверили в то, что у них есть все варианты забрать максимум поинтов в этом противостоянии Best of 2. Пока что уже один балл они заработали. А в первом матче они выиграли, и ждем, что же все-таки продемонстрирует М5 во второй встрече. Пока что команда Empire выглядит, ну так мягко говоря, без зуба. Во-первых, отдали ФБ, во-вторых, неуверенно чувствуют себя на лайнах. По лайнам проигрывают, это видно. По голде 3000, по XP 2 с копейками. Снайпер убивает Skyros Mag. Ну как за этим всем уследить? Все на том же миде. Снайпер просто врубает шрапнель, как я понимаю. Бьет два раза с руки и дает ульту. Сейчас продолжение, смотрите. Фазы есть, бросаешь шрапнель, идешь, бьешь с руки. Вообще нечего думать. Пол столба отрывает он. Йоку уходит отсюда ни с чем. Так, здесь готовится выход еще и на Йоку. Готовится выход от команды М5. Клок тем временем Фантомку забрал. Ну, это развал, конечно, по всей карте. Я просто не успеваю следить за всем. Фантом не может фармить на лайне. Фантом не может фармить близко к своему мидлейну на споте крипов не самых сильных. Разумеется, Фантом нет смысла идти на сильных крипов, потому что здесь оторвут ей лицо. Даже не спросят, как зовут. Забрали уже Tower 1 Moscow 5. Причем не пуш-стратегия. Совершенно не пуш-стратегия. Что здесь? Джаггернаут разве что со своим несчастным Хиллингвардом. Но это не такой уж пуш-потенциал серьезный. Не пуш-потенциал, но товара падают. И команда не знает, что делать. На ранних левелах их просто гнобит снайпер. Их гнобит Джаггернаут. Их гнобит Клоквер, который идет со счетом 3-0. В этом матче убивает Фантомку. Убивает Бэтрайдер. Да всех убивает, кого только видит. Ну, смотрим, 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 смотрим. Empire не из такой задницы вылазили. Это не шутка, в принципе. Команда опытная, команда сильная. И подбор игроков, как по мне, да и вообще любой вменяемый человек скажет, что подбор игроков гораздо мощнее, чем у Moscow 5. Тут, конечно, много свежих новых игроков, но за Empire отыгрывают ребята, которые отыгрывали еще, когда мой дед Доту смотрел. Короче говоря, Empire в любом случае по кадровой составляющей помощнее будет, чем Moscow 5, но вот на счете это пока никак не отображается. Может, не подготовились, но посмотреть, как М5 вчера разваливали Virtus.pro, стыдно не готовиться к этой команде. Silent у нас в непосредственной опасности. ZXC пытался его хотя бы продамажить хорошенько. Ну, в принципе, можно. Omnislash имеется. Можно подойти и просто Silent'у рассказать один в один, кто есть кто. Еще, если, не дай бог, Бигнум его подцепит Хиксой или чем-то в снайпер. Тем временем забирает у нас Бетрайдера. Silent также у нас еще ловит Void от Найтсталкера. Пошла погоня за Silent'ом. Finger of Death. Просто через весь экран. Я даже не успел увидеть. 12-2. It's time for GG. Как я понимаю, пора уже что-то думать. Либо полностью менять тактику игры, либо не мучить ни себя, ни соперника и выходить. У нас там Virtus.pro скоро начинают. Ну, странно, Empire. У Empire обстоят дела. Понятное дело, что команда серьезная, но что-то, видимо, не так пошло. Ну, из такой задницы вылазить не очень легко и не так-то просто. Так, Бигнум у нас ловит Always on a Fly. ZXC пошел у нас крутиться, фиссуры его отрисают. Переключается он на Сайленса. Есть у него он не слэш, если что. Но в троих здесь он не слэш, скорее всего, не надо юзать, потому что никуда он просто уйдет. Надо уходить отсюда, ZXC. Фазы есть, включай фазы, беги, делай что-то. Убегают у нас ZXC из этого файта, потому что поняли ребята, что лучше здесь не драться. Подходит у нас Айва, бросает один раз шрапнель, и сразу всем стало ясно, потому что Айва поубивала уже столько людей, что вся команда Empire столько не убила. 6-0 у него счет. В соло Йоку старается добить, и Йоку кое-как додамажил все-таки Айву. Забирает у него стрик и забирает 550 по голде. Ну, счет становится 4-13, но что хорошо во всем этом деле, что Йоку зарабатывает хоть какое-то золото. 1-3 счет у него. По крипам он на первом месте, но по нетворсу должен быть не на первом, это точно. 6000 по нетворсу у только что умеревшего Айвы и 4700 у Йоку, который, если бы не забрал этот стрик, просто имел бы 4000. Ну, вы понимаете, та разница в 2000 голды, фактически в полтора раза перефарм по миду. Это серьезное преимущество. Ну, как сложилось все для СФа удачно, мы только что с вами видели. Что у нас на топ-лайн? На топ-лайн у нас отправляется ZXC. У ZXC уже имеется Мордип Маски, есть Фейсбуцы, есть Аквила, есть 175. Это, скорее всего, мой Мом. А, Мом этот прилетал уже в курице. Уже имеется Мом у ZXC. И дальше будет выход
в совершенно другие артефакты. У снайпера есть мом, есть фейсбуцы, вот практически готова Яша. Яша такими темпами очень скоро появится. Ну и тогда уходить будет просто невозможно. У Бигнума есть транквилы, больше пока ему ничего не нужно. Найтсталкер имеет у нас фейсбуц, но это саппорт Найтсталкер. Что у Клока? У Клока есть урна, есть ПТ. Клок готов ворваться. Подсвечивает у нас СФ, а будет ли врываться Клок через хукшот? Так, подрубил батарея Саут. Йоку у нас разваливается здесь. Да, разваливается? Нет, ну. Йоку не разваливается. Йоку убивает Найтсталкера на развороте и продолжает еще драться. Йоку очень классно сыграл в этом моменте. Побряцал железными шарами и развалил у нас НС. НС понял, что не туда зашел. Ну, здесь отвалился Бэтрайдер, как я понимаю, от снайпера. Снайпера, да, конечно, Резолюшн отвалился от снайпера. Снайпер продолжает божить в этом матче 7-1. Если бы стрик не сорвали, скоро бы увидели уже Годлайка. Тайвы, ну, то ли по глупости, то ли по неосторожности подставился здесь под СФ. Хотя, по большому счету, может через два экрана стрелять в СФ. СФ ему ничего, кроме дальнего койла, не сделает. Так, у Шейкера до даггера еще достаточно долго. Ну, в принципе, это саппорт команды, которая очень сильно отстает. Отстает она по X. Хотя не очень сильно. Да, вообще не отстает. 14-я минута, не так уж сильно она и отстает. Алоха Дэнс имеет 500 практически на руках. А Сландера здесь увидели. Сландер подошел у нас под вард. Почему я не вижу ничего в плане фиссуры? Фиссура почему-то у меня не отображается. Сландер понял, что зашел под вард и решил отсюда уходить. За XC уже... здесь Хиллингвард осталось проюзать и попытаться спушить Т1. Сразу три игрока пришло на подсейв своего тавера. Алоха Дэнс дает фиссуру, по двоим попадает. За XC под бомбом больновато, он отсюда уходит. Крипов тоже нет. Клок тем временем убивает соло Резолюшена. Резолюшена, который 10 левела, у которого есть даггер, у которого есть фаерфлай. Все есть у Резолюшена, но, как видим, даже лосо не успел он проюзать, потому что Клок, короче говоря, Клок не прощает. Сландер отыгрывает очень классно. 4-0-2 счет на данный момент. Вот. И также снайпер просто на коне. Без вопросов каких-либо наказывает всю команду Empire. Ну тут к бабке не ходи. Собственно, снайпер в соло убивает любого персонажа. Здесь еще скоро, если появится... Ну, как скоро? Как появится, так и обсудим. Но тем не менее, если появится МКБ... то и фантомка ничего, собственно, противодействовать снайперу не может. Разве что фантомка могла бы как-то блюром здесь поиграться и немножко засейвить себя. А так, в принципе, остальным четверым персонажам снайпер рассказывает вообще на немом языке все, что угодно. Бросается шрапнель. Это еще шрапнель первого левела. Бросается шрапнель, подключаются фазы, включается мом, идет снайпер, бьет с руки или стоит на месте, бьет с руки. Это уже... Не суть как важно, любой персонаж умирает. Скайрос Магу, я думаю, ударов 4 хватит. Ну, максимум 3 секунды будет жить у нас Скайрос Маг. Так, что у нас здесь? Здесь у нас Сландер готовится, готовился, видимо, к наступлению со стороны команды Empire. Алоха Дэнс фиссуру здесь дал, но эта фиссура более-менее сейвовая. Вдруг кто подойдет и улетает у нас на мидлейн Шейкер. У Шейкера... После соло-ринга имеется также Транквил Буцы. Больше пока что ничего не имеется. Ну что, первый выход на Рошана. Кое-как в конце мы попали на убийство Рошана. Айва должен забирать Аегис. Он это и делает. А что у него по денежкам? 1000 по голде после Яши у Айвы. У Леона поинт-бустер появился. Леон готовится выйти в Аганим. Клокверк. Так, в кого уже у нас снайпер стреляет? Снайпер у нас стреляет, судя по всему... Так, а проюзал ли вообще ульту? Нет, снайпер вообще не проюзал ульту. Так, просто поиграл оружием и ни в кого не стрельнул. Так вот, у Клокверка. У Клокверка готовится выход в Blade Mail. Это будет, я думаю, в течение минут 10. У Энесса пока что ничего нет, но есть фейсбуцы, и то неплохо. В принципе, бегает быстро, шорох наводит на всю команду Empire. Надо сносить тавера. Преимущество по фрагам надо реализовывать в разбитые тауры и какое-то отжатое количество земли, где можно фармить. Ну и, понятно, забранный фарм тоже сыграет свою роль в итоге, потому что ФСФ готов выфармливать. Фатом Ассасин готова терпеть, я думаю, минут 15, 20, 30. Но если ей дают какой-то серьезный буст по артефактам, а ей не самый серьезный буст нужен, чтобы начать убивать, она начнет убивать, и я готов вообще спорить
на что угодно. Silent в это время на топе. Silent уже купил у нас Band of Elven Skin. Я так понимаю, в Яшу будет выходить. Зачем, только не очень понятно. Может ульту сбрасывать. Снайпера, если... Хотя, в принципе, здесь есть и Джаггернаут. Тоже неплохо было бы сбросить его ульту. Но если это, конечно, будет Яша. Может, это просто на деньги перед смертью было куплено. Это вот фигня, которую он приобрел. Шрапнель у нас включает снайпер. Пошла погоня за Always Wanna Fly. Снайпер бежит просто как дурной. Еще одна шрапнель. Здесь Aloha Dance, не Aloha Dance, а Resolution, наверное, погибнет. Нет, на Hostile Resolution вот сюда умудрился уйти. А Silent, скорее всего, погибает. Да, умирает у нас снайпер. Клокверк зарабатывает еще один фраг. И по итогу этой драки 3 в 0 подрались. М5 заработали 1500, даже 1850 по голде в свою сторону. График качнули и 2400 по экспе. Но надо забирать Т1 по топу. Это сделают без крипов. Никакого здесь, в принципе, глифа уже юзать не было смысла у Империи. Потому что тавр в любом случае разбирали. Поэтому команда М5 просто забирает еще один тавр и отходит. Уже нет тавра на миде, нет тавра на нижнем лайне. Т2 линия еще стоит. А вот у команды М5 по-прежнему все товара стоят. Пускай не в такой уж целости и сохранности, но тем не менее стоят. Самый, конечно, просевший на это Т1 по мидлейну, но на него пока, как видим, по перемещениям на карте никто выходить не собирается. Так, на паузу нас нажали, глянем, что у нас с трансляцией, как обстоят дела, кто там о чем флеймит. Почему пауза? Почему никто не пишет? Просто пауза? Ну, просто ждем. Хорошо, давайте ждать. Так, давайте сразу по артефактам посмотрим. Гляди, у кого что появилось. 1300 на руках у НСа, у Клока 350 после Блейдмейла. У Снайпера 2600 после Яши. У Джаггернаута 790 после Даггера, который уже был после Mask of Madness. Снайпер, я так понимаю, Сашу Яшу выходит. Да, снайпер у нас выходит Сашу Яшу. Кто у нас на снайпере отыгрывает сегодня? Айва у нас играет на снайпере. В принципе, нормально. Вообще ничего теперь не будет бояться этот снайпер. Там БКБ докупаешь или Мейлстром еще. И вообще можно горе не знать. Стоишь под своим Т3 и бьешь игрока, который стоит под Т3 чужим. Все, проблем быть не должно. Шейкера до Даггера еще дохренища. Always Wanna Fly до чего-нибудь. Просто бесконечное количество денег надо. SF на Йоку имеет у нас уже и Ул имеет, Огр Клап, и не хватает еще 1600 до БКБ. Разумеется, здесь будет БКБ, а здесь под смоком команда М5 собирается выйти на кого? На SF, на SF, да. Йоку, в принципе, главная цель. Сландер здесь первый стоит, уже готов проюзать хук. Но что-то, видимо, Йоку понял. Ну что, видит он Йоку? Нет, нет, не видит. Сейчас глянем, видит ли он Йоку. Нет, просветил он его. Будет ли врыв? Нет, врыв не будет, потому что толком не увидел он, в кого врываться. Ну что, Сландер в итоге хук держит при себе. Пока что врыва нету. Ждем. Ждем. В пятером команда М5 уже здесь на вражеском Т2 по миду. Крипы должны падать побыстрее. Если бы крипов убил, то побольше бы, я думаю, подпушил. Айва почему-то решил все-таки бить тауэр. Сландер здесь есть, в принципе. Здесь забрали Т1 по верхнему лайну имперцы, но это, в принципе, все до одного персонажа. В общем-то, это никого не интересует, потому что падает Т2 уже на мидлейне. Ну что, Эмпайр пойдет в размен. Здесь один Silent стоит, здесь в лесу стоит SF. Думает, что кто-то придет дефать. Никто не придет дефать. Надо сносить мидлайн. Почему отступила команда М5, мне непонятно. Втроем перетянулись на Т2 на топе игроки команды Empire. И что, надо отсюда, скорее всего, уходить. Первым идет скрин. Скрин готов цеплять. Так, пошел у нас ТП на Towers. Сландер, в принципе, готов запустить хук. Так, здесь Aloha Dance фиссуркой очень неплохо отбросился. Но весь он мне слэш в себя впитывает и, скорее всего, умирает. Silent тоже здесь очень жестко, наверное, нахватается от ZXC. Через блин, через Йоку кое-как попытался убежать. Йоку надо поднимать каким-то образом и убегать, поднимать в воздух Джаггернаут и попробовать уйти. Ну, Йоку и так ушел, просто на одинокого стал в кусты и
ушел отсюда через ТП. По итогу этого файта потеряли Леона, но забрали Шейкера. Короче говоря, разменялись саппортами, но размен этот в любом случае в пользу команды. В команды Empire. Это понятно, потому что Леон у нас 8-го левела и Шейкер 8-го. Ну, короче, в силу каких-то причин это вот в пользу Empire. На интуитивном образе я прекрасно понимаю, что Empire проигрывает по фрагам, значит, каждый фраг по цене будет по XP. Да и по голде должен быть по цене. Ну вот, а по XP видно, что больше получила команда Empire. Снижают преимущество Moscow 5 до 2000 по экспириенсу. У Резолюшена тем временем появляется форстав. Это форстав после даггера. 22-я минута. По таймингу все круто. 111 крипов. 17 заденайных по нетворсу. На каком месте? На четвертом месте у нас Резолюшен. В принципе, все хорошо у него. Но терпит, терпит и еще раз терпит. 1-4-1. Опять же, есть у кого учиться. Йоку, но Йоку чуть-чуть получше уже. Ведет себя 2-3-0 у него счет. Что у нас у снайпера? У снайпера 8-1. Попали мы на сотого крипа, которого добил снайпера, после него и 101-го. У снайпера 2000 после Саши Яши. Готовится выход. Так, Сландер у нас влетает в Always Wanna Fly. Always Wanna Fly из когов уходит. Мистик Флэйр туда запустил, но Сландер по-прежнему живой. Сландер в Blade Mail принял весь Мистик Флэйр, поэтому и так быстро развалился у нас Always Wanna Fly. Йоко тоже у нас, скорее всего, погибает, когда уйдет. Когда упадет со своего Юл Скипетра. И самое интересное, что SF вообще не внес дамаги. У него ничего не получается. Но его не то что катят, но стоит снайпер и с километра расстреливает SF. И SF-у не вывести эту ерунду, потому что у SF, внимание, всего 8 по дефу, ну и по хп не так уж и много. SF не бьет сильно с руки. У SF 18 сейчас, но пускай там 36. Да, 36 же максимум. Да, 36 максимум душ, но это плюс 72, но это не критичный урон. А снайпер бьет хоть и по 100, там по 155, но это очень быстро. Это Саша Яша, это моб включенный. Но это офигеть как больно. Просто ужас. В итоге графики опять поползли в сторону M5. И по XP та же ситуация. Чуть более 4000 зарабатывает у нас преимущество команда M5. Always Wanna Fly, 1-6 идет. SF идет 2-4, Бэтрайдер идет 2-4, Шейкер идет 0-4, Фантом Ассасин идет 0-4. Empire просто сыпется. 22-7 счет, о чем вообще говорить. Найтсталкер у нас 1-2, Леон 3-2 идет, положительный КДА, 6-1-5, отличный КДА у Клокверка, Снайпер. У нас тоже чувствует себя расчудесно, у Айвы 9-1-4 и у Джаггернаута 3-1. Ultimate Orb покупает у нас Джаггернаут. Это будет выход в Скади. Тренд последних дней, последних недель. Скади на Джаггернауте, Мом. Это все понятно. Еще туда и Скади любят собирать профессиональные игроки. Ну или те, кто смотрит профессиональные игроки, а потом мне катки в пабе сливают. Вчетвером в чужом лесу находится команда Empire. Что они здесь хотят найти, кроме приключений, мне непонятно. Но эти приключения вряд ли будут веселыми для них, судя по оверфарму команды M5. Снайпер у нас на первом месте. SF кое-как старается держать второе место. Но опять же ему на пятки наступает ZXC на Джаггернауте. Что здесь будет драка. Здесь будет драка и здесь будет жарко 100%. Бигнум ставит здесь центре, чтобы понять, палят ли их. Или не палят, но они под смоком. В принципе, никто-то их не видит. Так, у нас врыв от Бэтрайдера зацепил он Айву. Если получится быстро разобрать Айву, то хорошо. Если нет, то Айва всех разберет. Айву все-таки убивают. Падает у нас Шейкер, тоже отправляется в таверну. SF через БКБ разультился. Продолжает наваливать по габу за XC. За XC, помню, слэш уже потратил. Always Wanna Fly гонится за ним. Также у нас Silent. Silent на лоу хп. Скорее всего, догорит здесь Silent. Сайлент решил ворваться, кое-как еще продамажит за XC, не получилось. Сайлент отправляется в таверну, умер один снайпер. И со стороны команды Empire погиб у нас Сайлент, мейн керри, и погиб у нас Шейкер. Что? 3-400, тем не менее, по опыту за одного несчастного снайпера заработала команда Empire. И 860 по голде. Они, в общем-то, в плюсе оказались после этого файта, и графики должны полезть вверх, как мы и видим. Да, до 3000 преимущества. Снижается по голде до 3000 по XP. Снайпер умер.
И это хорошо, и это уже означает, что снайпера можно убить, и это нужно делать. Туда может врываться Resolution, который своими взрывами всю жизнь славился. Вот, и забирать этого снайпера как можно быстрее. Не всегда успевает на подсейв. Не всегда успевает на подсейв Clockwork. Не всегда успевает на подсейв туда Леон, поэтому снайпера можно разбирать. Под момом, тем более, снайпера нужно разбирать, и я так понимаю, команда Empire, если поставит это на поток, то будет очень-очень интересно. Так, у нас появляется аганим у Энесса, и появляется у СФа Dagger. Dagger, ЮУ, БКБ, БКБ 9-секундный ПТ. Йоку не столько дамажащий, сколько мобильный. Понятно, скорость бега быстрая, подъем ветра, все это понятно. Dagger, БКБ, главное успеть ультануть, срезать дамагу тому же снайперу, тому же НСу и Джаггернауту. Удачная позиция у Клока на данный момент. Они стоят на хайграунде, скорее всего, видят. Да, они видят. Забегает сюда скрин, видит СФа, пошел туда. Воет, будет ли ульта от скрина. Да, Сландер врывается в шейкера, не дает шейкеру дать ни фиссуру, ни... ульту. СФ врывается под ультой, очень сильно наваливает Бигнуму, но этого не чист саппорта. Здесь стоит снайпер с хайграунда и просто разваливает всю движуху команды Empire. Минус 4. М5 выигрывает этот файт, зарабатывает наверняка кучу денег, кучу экспы. Кого здесь не было в драке? Драки не было Сайлента. Сайлент отправился на топ забирать Т2, но не дадут Сайленту забрать Т2 и вообще ничего не дадут сделать. Сландер проюзал у нас Блейдмейл, Сайлент просто погибает здесь сейчас в когах. Очень жестко ему наваливает Сландер. И Сландер в соло разбирает Сайлента. Это мейн-герой команды Empire. Это крутейший Сайлент. Это парень, у которого одни из самых прямых рук на керри. И он ничего не может сделать. Все из-за оверфарма, который реально присутствует и реально видится на этой карте. Да, у Сайлента есть... неплохой, в принципе, Netwars, но здесь есть Blade Mail, а у Сайлента нет БКБ. Ну, как минимум, нету его в руках с собой. Нет еще Ogre Club, да? Я так понимаю. Нет вообще у Сайлента Ogre Club, нет БКБ и, может быть, не появится до конца этого матча. Сайлент терпит. Терпит нереально сильным образом. И как терпит вся его команда. Aloha Dance тоже у нас отъезжает в таверну. Ну, заявка очень крутая для победы во втором уже матче. Moscow 5 может продолжить свою крутую серию побед над СНГ командами в этом турнире. Неужели М5 возвращается? Хотя, не знаю. В принципе, это не так критично, что Virtus.pro развалились единожды и развалилась Империя под натиском команды М5. В принципе, пока что групповой этап. Тут не борьба за деньги, не борьба за какие-то особые профиты в этом турнире. Но, тем не менее, катки отдавать тоже... не есть хорошо. Айва стоит, расстреливает под момом Тауэр. Тауэр падает тут без вопросов. Никто уже не придется сейвить его. Бигнум стоит, если что, навстречу игрокам команды Империя, которые захотят вдруг подраться с заходом на хайграунд. Ну, хватило ума не делать это. Ну и опыта, понятное дело. Команды Империя решили не врываться. Ну что, будут на своем хайграунде сражаться. И посмотрим, насколько силен будет натиск М5. Фиссура пошла от шейкера. Просто застопить крипов. Отсюда Ива стоит снизу, расстреливает Тауэр. Да, он Тауэр стоит, стреляет Тауэр. Он вообще не хотел видеть даже этих крипов. Он стоит и стреляет Тауэр. Половину столба Тауэру снесли. ZXC тоже разваливает. Очень круто. Наконец-то появляется БКБ у Сайлента. И теперь можно рассчитывать на какой-то вменяемый файт. Об этом еще не знает команда М5. Но сейчас, я думаю, узнает. СФ у нас уже на позиции, как я понимаю, да? Где у нас СФ? СФ у нас на базе стоит. Так, врыв у нас от Сландера. Сландер подцепил у нас Aloha Dance. Aloha Dance ничего не сделает, как и в прошлом файте. В этой драке Resolution у нас здесь умирает без каких-либо вопросов под одним омни-слэшем. Ходит бедняга Йоку и не знает, в кого заультить. Ни в кого Йоку. Уже вариантов не так много. Бигнум разваливается здесь под натиском Сайлента. Сайлент БКБ показал свое, но разменял БКБ на одного несчастного Леона. Леон отправляется в таверну, но вслед за ним отправляется и Сайлент в таверну. Йок уходит здесь, будет стараться разультиться в Омни-Найта. Ой, господи, Омни-Найта. Омни-Слэш у этого парня есть. Это зовут его Джаггернаут. Разорвала Джаггернаута на куски, но сразу после него разорвала и Сефа на те же куски, но может даже немножко помельче. Один Always Wanna Fly стоит на базе, регенится и не знает, что ему делать. Ничего не делать, стоять, смотреть, как падают твои бараки. Все уже, в принципе, сделано за тебя. Always Wanna Fly в этой игре не лучшим образом сыграл. 2-7-4 у него счет.
Ну и видим по нетворцу, он глубоко-глубоко внизу. В принципе, там же, где и Алоха Дэнс. Алоха Дэнс не смог выформить даггер на 32-й минуте. Уже упала одна сторона и, скорее всего, упадет следующий в течение 5-10 минут. Очень бы хотелось. Одну секундочку, глянем, что у нас там, не играют ли ВП. Нет, ВП у нас не играют. И хорошо, пусть не играют. Нам бы их хотелось посмотреть. Давайте по артефактам пробежимся, посмотрим, что у нас у победителей последнего файта имеется, которые забрали нижний лайн. У нас сталкера имеется аганим после аганима 2800, у Леона есть поинт бустер, есть 1300, осталось 2700 до того же артефакта, который есть у Найтсталкера до аганима. У Клокверка появился Плейт Мейл. Это уже после форстафа. Так, поймали у нас здесь резолюшена. Резолюшена хуком зацепил Сландер. Резолюшен на жутчайшем лоу хп уходит, но он прожигает деревья, и скрин может бежать за ним. Мистик Флэйр ловит скрин, по огню бежит, ему просто плевать на все. Скрин бежит у нас и хилится вардом, и вообще все равно ему на то, что кто-то чем-то может отброситься. Отлично, с Войдом застопили Алоха Дэнс. Алоха Дэнс здесь умирает, при том, что съел стики, ничего этому не помогло. Где у нас умер Фантом Ассасин? Сайлент у нас погиб еще в начале этого файта. Минус 3 со стороны команды М5, 4200 по голде и 2700 по голде и 4000 по экспе. Преимущество М5 в этом файте. 15 по голде, 100-500 тысяч по экспе. Надо заходить на Т3 по миду и стараться. Я думаю, даже можно попробовать на Т4 сходить. Потому что здесь Т2 стоит, фуловый Т2, крипы далеко. Можно, в принципе, на Т4 снайпер вот отсюда, вот с этой точки. Просто без каких-либо колебаний может развалить Т4 не один, а целых два. Ну, отходят. В принципе, более-менее сейвово играют за XE, понимают, что не стоит отдаваться. Было, как было в прошлой игре, допустим, от Empire, когда Resolution отдался на ровном месте и снесли все три стороны. Вот. Отступает у нас команда М5, и по-прежнему интересно, что у них по артефактам. Куда дел деньги скрин? Что у нас купил скрин? БКБ скриновский лежит в куре. Это хорошо. Снайпер имеет 4000 на руках после МКБ. И это вообще нереально круто. Ультимейтор появляется у снайпера. Я думаю, это будет скади от снайпа. В принципе, что там думать. Клокверк имеет у нас Мистик Став Плейтмейл. Это выход в Шиву. Шива практически готова. Шива готова. Как вовремя я успел. У Джаггернаута 1000 после Демонеджа. Демонедж, скорее всего, против Фантом Ассасин собирается. А значит, Демонедж будет грейдиться до Манки Кинг Бар. Фантом Ассасин у нас имеет Яшу, имеет Мордип Маск. И пока этот Мордип Маск ни во что не грейдится, ну хотя бы Helm of Dominator можно было бы собрать. Просто для дамаги, да и просто для какого-то, хоть какой-то вообще, хоть какого-то преимущества над тем, что из себя сейчас являет Silent. Убивают у нас Алоха Дэнса, что он здесь сделал, пока что не ясно. Этим уже будет заниматься следственная группа, это не наше дело. Зашел он слишком далеко, за что поплатился, но здесь никто даже спрашивать его не стал ни о чем. Опять же, с такой скоростью атаки, которую демонстрирует Айва, что-то подлагивает у нас. С такой скоростью атаки и хедшатом, который есть у снайпера, не успевает даже провязать фессуру у нас. Шейкер. Я уже молчу об этой ассаут, которая юзается клокверком. Там никто вообще ничего не успевает делать. СФу можно даже не пытаться ультить, если он не в БКБ. Шейкеру можно не пытаться делать эхо слэм. Не говорю уже о фессуре, которая кастуется немного дольше. Выход на Т2. Команда из Москвы, Moscow 5, готова заканчивать эту игру. Здесь в пятером стоят игроки М5. Немножко дальше стоит у нас Леон. На первых позициях Джаггернаут. Джаггернауту почему бы и не стоять. У Джаггернаута все хорошо и по ХП, и по... Да, в принципе, и по дефу. Да вообще все хорошо у Джаггернаута. Будет еще лучше после этого Таура. Забирают Таура на игроки команды М5. И будет выход на мидлейн. Но здесь уже оборонительные позиции поставили на хайграунде. Собственно,
нечего выходить туда даже. Команде М5 здесь на позицию заходит у нас Сландер. Врывается Сландер у нас в Алоха Дэнса. Алоха Дэнса опять ничего не успеет проюзать. Ничего не успевает проюзать. Еще раз бьется об Коги и умирает. Мистик Флэйр проходит у нас в Найтсталкера. Найтсталкер проседает по ХП, но не так жестко, как проседает Бэтрайдер и Always Wanna Fly. Они рассыпаются, и рассыпается у нас Йоку. Четвертый фраг в этом файте для команды М5. И что? Это ГГ. Резолюшн пишет ГГ, Сландер ГГ, все пишут ГГ, трон команды Empire падает во второй раз. 2-0 выигрывает команда Moscow Five в противостоянии против Грозной Империи, той самой империи, которая недавно StarLadder в Киеве выигрывала, той империи, которая страху нагоняет на все СНГ и не только СНГ-коллективы. М5 рассказывает, что в доту играть они умеют и что ребята не набрали не самых проходных. Ну что, мы поздравляем Moscow Five. Заканчиваем пока что трансляцию этого Best of 2 матча. 2 очка, напомню, зарабатывает команда М5. И одну секундочку, я анонсирую, что у нас дальше на повестке дня. Так, кто нам в группе открыл стену? Это я сделал. За это и платим. Секундочку. У нас Virtus.pro против Mipound. И игра, я так понимаю, должна уже по идее начаться. Но пока что не начинается. Сейчас глянем, как дела обстоят в Dota TV. В любом случае, не переключайтесь. Через некоторое время мы вернемся с крутым матчем и, надеюсь, не менее крутым комментатором. Комментарием этого матча. Комментатором это само собой. У микрофона был друг, это студия Игрокам ТВ. Меньше играйте в Доту, больше читайте книг, не переключайтесь. Услышимся.